Папа Римский Франциск намерен рассмотреть вопрос безбрачия католических священников. Он сообщил журналистам. «Это жизненное правило, которое очень ценно. И я думаю, что это дар для церкви, но поскольку это не догма, то дверь всегда открыта». Во время своей беседы с журналистами Папа Франциск воспользовался возможностью, чтобы осудить сексуальное насилие со стороны священников и сравнил это с сатанинской мессой. Он создал комиссию по расследованию случаев сексуальных домогательств по проведению реформ, несмотря на то, что ООН критикует Ватикан за его текущую политику. В начале мая Франциск уже рассматривал вопрос о безбрачии священников во время беседы с бразильским епископом австралийского происхождения Эрвином Краутлером, чья епархия испытывает нехватку священников.